прямом эфире репортера «Новости» в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. Угрожал взорвать себя гранаты. При рассмотрении дела в Приморском райсуде Одессы подозреваемый достал муляж гранаты, вынул чеку и заявил, что взорвет себя, если его требования не будут выполнены. В помещении вместе с ним находились, в частности, двое судей и старший конвоир. К счастью, никто не пострадал. Единственное мое требование, я требую справедливого суда и наказания лиц виновных в допущении, то, что здесь в данный момент происходит. Да. Прошу, пожалуйста, обратить на это внимание и максимальный репост. Мужчине инкриминируют убийство гражданина Израиля, совершенное в сентябре 2016 года. До сих пор он находился в СИЗО, откуда его и доставили в суд. Известно, что на заседании подозреваемому передали пакет с едой. Рядом с пищей лежала граната. Теперь с мужчиной будут работать психологи. Его переведут в изолятор временного содержания. Также открыто служебное расследование. Его цель – установить, каким образом взрывоопасный предмет попал в суд. Його буде тимчасово переведено до ізолятора тимчасового тримання з СІЗО. Сьогодні буде відкрите службове розслідування за фактом, яким чином вибухонебезпечний предмет або його муляж був пронесений до суду. І хто саме надав кульок, з якого він і витащив кульок з продуктами був, з харчами, звідки була витащена оця граната. Сьогодні ми розпочинаємо цю роботу. Достатньо камер відеоспостереження в залі, які вже відео зараз викачується і сьогодні вже буде вивчено. Обвиняемый просил о личной встрече с прокурором Одесской области. Мужчина требовал, чтобы его дело рассматривалось справедливо и в ускоренном темпе. Договориться все-таки удалось. После переговоров мужчина отдал гранату. У него есть некоторые вопросы щодо збирання доказів на этапе досудового слідства та є питання щодо провадження судового слідства. На радость цього приводу ми провели. Як зазначив вже голова суду, зараз судовий розгляд буде проходити в безперервному режимі, тобто фактично кожен день або через день. За дерзкую выходку подсудимому грозят новые статьи. Предварительная квалификация инцидента, посягательство на жизнь судьи, угрозы или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Дамба Хаджибейского лимана вновь оказалась в критическом состоянии. Ураган Юлия, который пронесся по югу Украины в понедельник, а также высокий уровень воды, серьезно повредили сооружения. Прорыв дамбы грозит экологической катастрофой. Пугают эксперты и даже высокопоставленные чиновники мэрии. Пострадают десятки тысяч одесситов. Подробнее о скрытой угрозе в сюжете Константина Гречанова. Промоины, трещины и смещение бетонных плит. Так сейчас выглядит дамба Хаджибейского лимана. Все это последствия стихии. Изначально дамба планировалась как обычная насыпная дорога, а не полноценное гидротехническое сооружение. Естественно, с годами она перестала выдерживать давление воды в лимане. С 2003 года дамба работает в аварийном режиме. 17 лет Одесса на грани катастрофы. Все время пытаемся латать дырки. Дамба работает в аварийном режиме. Задерживать воду достаточно длительный период. Она не может по одной простой причине. Вот представьте себе грунт, который постоянно взвешенный. То есть вода имеет взвешивающее действие. Да? Вот она фильтруется туда. Она постоянно держит эту дамбу в взвешенном состоянии. При достаточно серьезных длительных нагрузках, ну скажем так, я думаю, что если бы такой ветер продержался бы 2-3 дня, то я думаю, что дамбы уже не было. На ремонт дамбы необходимы минимум десятки миллионов гривен, если не сотни. Город не собирается вкладываться в объект, который находится не у него на балансе. У областного совета и спасателей свободных денег нет. Киев пока молчит. Мы готовы взять на баланс, но только после того, как ее приведут в порядок. Ну, хотелось бы так, конечно. А взять на баланс, чтобы на нас просто скинули, это называется не взять на баланс, а просто нам выкинут в город. На тебе, Боже, что мне не гоже, знаете. Отдали, и теперь вы сами там разбираетесь. Вы же богатые местные советы. У вас же бюджет развития сегодня, децентрализация была. В итоге, в случае прорыва дамбы, пересыпь, часть Лузановки и поселок Большевик может накрыть волной и стереть с карты Одессы. Пострадают и жилая, и промышленные зоны со всеми вытекающими последствиями. Угроза на данный момент более чем реальна.
Ураган и уровень воды в лимане сделали свое дело. Над Одессой вновь нависла угроза техногенной катастрофы. Но кто выделит деньги на ремонт дамбы, пока так и неизвестно. Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Ежегодно в зоне боевых действий на Донбассе с учетом ротации прибывают около 100 тысяч военных. Почти у каждого из них развиваются физические или психологические проблемы. И если раньше справляться с ними помогали волонтерские программы, то сейчас государство всерьез задумалось о реабилитации именно кадровых военных, которые с периодичностью в полгода из мирной жизни возвращаются в окопы. В бывшем санатории Лермонтовский стартовал специальный проект для этой категории военнослужащих. Его подробности знает Юлиан Аксенов. Брусчатка сменила окопы, а вместо разрывов снарядов доносится пение птиц. Вот с такой новой реальностью сталкиваются военные, вернувшиеся из зоны боевых действий. С новым миром нужно подружиться, его нужно принять, но порой сделать это очень сложно. И теперь помогают им в этом специалисты бывшего санатория «Лермонтовский», который не так давно стал объектом Министерства обороны и сменил свое название на «Одесский». Что тревожит бойцов и как здесь в этом помогают, мы расскажем в нашем сюжете. Без формы, без бронежилетов и без своего верного оружия в них трудно угадать морпехов. На две недели санаторий для них по-военному стал пунктом временной дислокации. Цели поставлены вполне мирные. Пройти курс физической и психологической реабилитации. 35 морпехов – это первая волна стартовавшего проекта. Потом их сменят боевые товарищи из других подразделений. Сейчас будут выходить еще бригады, они уже хотят, они уже наслышаны, и уже большое желание, вот две бригады, которые выходят, приедут к нам сюда на реабилитацию сразу после выхода. С ними проводилась хорошая глубокая проработка, помимо медицинской реабилитации проходила психологическая. То есть им дополнительно это мы устраивали экскурсии, разные развлечения, для того, чтобы ребята просто почувствовали себя людьми и увидели, что о них заботятся, и их ценят, и восстанавливают полноценно. Фронт из года в год подтачивает здоровье бойцов, даже молодых. Благо, для профилактики травм и заболеваний в санатории есть все. Массажный кабинет, аппаратная терапия, лечебная физкультура, бассейн. Молодого морпеха Дениса мы застали как раз на процедурах. У парня проблемы с позвоночником. Так о себе напоминает постоянное ношение бронежилета. Да и к тому же изматывающий военный график. Что такое сон солдата в зоне ОС? Сколько это времени, какие это условия? В основном два раза по 4 часа. 2-3 часа. Ребята говорят, что у них есть проблемы с агрессией, проблемы со сном. У вас аналогично есть проблемы? Ну, конечно, из-за усталости, да. Потому как служба дает о себе. Физические травмы – только часть проблем. Многие жалуются на психическое состояние. Морпехи говорят, что когда услышали о психологах, некоторые отнеслись с недоверием. Боялись, что поставят нестроевой диагноз. Те же, кто решился на реабилитацию, говорят, что не жалеют. Ведь проблем скопилось уже достаточно. В первую очередь беспокоит непонимание со стороны окружающих. Получилось у меня почти 2 месяца пребывания дома. Я их провел в квартире. Мне не хотелось выходить на улицу. Абсолютно. То есть, мне не хотелось ни с кем общаться. Они не понимают, почему я там. Они думают, что там я зарабатываю деньги, это сумасшествие, да? Другие думают, что я служу для высокопоставленных чиновников, которые на этом зарабатывают деньги. Дмитрий говорит, что раньше воспринимал людей с другими взглядами как врагов, но здешние специалисты объяснили, как с ними общаться и ориентировали на поиск позитива в любой ситуации. Другие военные говорят, что одним лишь непониманием проблемы вернувшегося с войны не ограничиваются, но здесь им помогли совладать со всеми трудностями. Проблема нестандартная, по-моему, у всех. Там расстройство сна, какая-то агрессия, там... Ну какая агрессия, не то что там на людей, ну как бы вспыльчивость... Общая усталость, подозрительность, такие там. Многие из нас первый раз побывали в театре, в опере, в дельфинарии опять же. Вот хотели пойти на рок-концерт, не повезло. Задача психологов – проработать страхи и переживания. Если обнаруживается более глубокая проблема, бойца передадут другим специалистам. Здесь психолог – это друг, а потом уже реабилитолог. Главное, говорят они, объяснить бойцу, что изменения в поведении – это нормально. Вони агресовані, вони ще якісь. Вони мають право на таку поведінку, тому що там це все їх спасає, це все їм допомагає.
І коли людина переключається в мирне життя, просто наше суспільство не дуже готове їх розуміти. І вони самі деколи не розуміють. І от у нас тут, проходячи цей курс, ми їм розказуємо, чому з ними відбуваються ті чи інші процеси, і як їх використати для себе на користь. В довірительних бесідах з психологом воєнний проходять профілактику бойового стресу, обновлення психоемоціонального фона. Результат своєї роботи психологи характеризують одною фразою. Напуганные подозрительные взгляды исчезли, появились добрые пытливые глаза. Уже скоро психологов ждут новые особенные пациенты, которых нужно вновь вернуть к жизни без обстрелов и потерь. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Законопроект о рынке земли, который партия власти активно продвигает в парламенте, в нынешнем виде приниматься не должен. К такому выводу пришли участники земельного форума, который сегодня состоялся в Одессе. В круглом столе приняли участие представители политических партий, не входящих в парламентское большинство. Важность этого мероприятия здесь, во-первых, мы все очень хорошо понимаем, что аграрии Одесской области достаточно часто высказывались относительно сегодняшних событий, которые происходят в парламенте, относительно этого законопроекта по внесению изменений в земельный кодекс, по впроваджению рынка земли. Оппозиционные депутаты уже внесли множество правок в законопроект. Они считают, что без серьезных изменений закон поставит под угрозу фермерские хозяйства в Украине. Они могут не выдержать конкуренцию с агрохолдингами, в том числе с теми, кто имеет зарубежных владельцев. Я считаю, что нужно уделить внимание вопросу финансовому. И меня это в большей степени интересует, как в свое время человека, который был связан с финансовым рынком. Я считаю, что у нас абсолютно неконкурентная среда по отношению к нашим фермерам. И тот закон, который предлагается принять, он убьет украинское фермерство в принципе. И вместе с новым законом об изменении административно-территориального устройства он поменяет лицо Украины как таковое и абсолютно не в лучшую сторону. Есть очень много уловок в этом законопроекте, который даст возможность впоследствии получить в собственность или в долгосрочную аренду, если быть точным, что, на мой взгляд, практически одно и то же, иностранным компаниям, тем самым уменьшить то количество людей, которые сейчас работают, украинских граждан, работают на нашей украинской земле, обеспечивая не только свои семьи, но и давая рабочие места и поднимая и нашу украинскую экономику. Участники форума напомнили, что президент и его партия обещали по земельному вопросу референдум. Снять напряжение в обществе можно попытаться, рассмотрев альтернативные модели земельных отношений. Нардепы предложили несколько вариантов, которые помогут оппонентам прийти к общему знаменателю. Ми маємо свою модель. Це, звичайно, фізичні особи. Це мінімальна кількість гектарів – 200, 300, 500 в одні руки. Це, звичайно, зробити так, щоб іноземці не мали доступу. Інвестиційні банкіри, продаж корпоративних прав і так далі, щоб не було таким чином, щоб основну ренту з земельних відносин або з сільськогосподарських підприємств знімали тих, хто не будуть мати дотичності до сільського господарства. Земля має обертатись не навколо корупціонерів, суддів, прокурорів, контрабандистів, а навколо саме тих людей, які будуть створювати фермерське господарство. Перерыв в сотрудничестве лоукост-перевозчика Визейр и Одесского аэропорта будет немного длиннее. Из-за ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе венгерская компания решила приостановить рейсы в Одессу с 26 марта по 5 июня. По новой же информации, последние рейсы до начала перерыва состоятся 9-го, рейс в Гданьск, и 10 марта, рейс в аэропорт Катовице. Во Вроцлав улететь можно будет до 23 марта включительно, в Берлин до 24, в Братиславу до 25 марта. Клиентам, которые уже приобрели билеты на март-апрель и май, предлагают изменить дату полета, вернуть деньги на карту или компенсировать 120% стоимости билета на дисконтный счет Визейр. Знать историю, готовить новых звезд. Для юных представителей спортивной гимнастики из 10-й спортивной школы провели олимпийский урок. Им рассказали об одесских легендах в этом виде спорта. Последние два десятилетия наши гимнасты, увы, результатами не блещут. Но тому есть много причин. О проблемах и традициях в сюжете Дмитрия Богомолова.
Овации трибун в Барселоне. Татьяна Гуцу выигрывает золото Олимпийских игр 92 года. К сожалению, такие громкие достижения одесситов в спортивной гимнастике уже давно ушли в историю. До этого еще на Олимпиаде в 60-м году дважды чемпионкой в команде и опорном прыжке стала Маргарита Николаева. Она стала первой гимнасткой в мире, выполнившей прыжок в лед. Ее признали лучшей спортсменкой Одессы 20 века. Самая прекрасная гимнастка у нас за всю историю, я считаю, была Маргарита Николаева, которая в 60-м году стала двукратной олимпийской чемпионкой, которая была очень великолепно технически подготовлена и здорово выступала не только на Олимпиаде, но и, в общем-то, Союз, мир, Европа и так далее. Поддержала ее своими званиями это Гуцу Татьяна. В 1992 году, но она уже выступала в составе объединенной команды СНГ. Она стала абсолютно олимпийской чемпионкой. Заслуженный тренер Украины Анатолий Миргородский подготовил не одну плеяду чемпионов. Его дочь Анна стала последней на сегодня одесситкой, сумевшей выиграть бронзу на чемпионате Европы и стать пятой на Олимпийских играх. Но уже почти 20 лет наш город не может подготовить спортсменов такого уровня. Причина – нет условий. Зал СКА пару лет назад закрыли на длительный ремонт. В других помещениях низкие потолки, а когда построят обещанный спорткомплекс для гимнастики, пока неизвестно. Сейчас талантливые юниоры вынуждены уезжать в другие регионы. Работали в спортивном зале последнее время СКА, но там уже он настолько был убитый, что очень сложно было показывать вот какие-то технически сложные элементы учить. А сейчас еще хуже стало, потому что мы, в общем-то, зал обещают построить нам на Таирова. Ну, не знаю, как это будет, в общем-то, в каком быстром исполнении это сделается. И очень сложно работать. Этот зал наш очень хороший, слава богу, что нам его дали, с большим трудом. Но это для начинающих, в общем-то, гимнастов, гимнасток. Так что поэтому и очень большие проблемы. Проблемы и со снарядами, и с деньгами, потому что надо ездить, тренироваться. Мы занимаемся, у нас некоторые мальчишки на кольцах, когда занимаются, они цепляют ногами пол. Там перекладину тоже, они потолок цепляют там. В этом зале я уже кольца не могу делать, потому что цепляюсь пола. Если все получится, все будет хорошо, то я хочу или в интернат в Херсон, или в Киев. Чтобы поддержать традиции и привлечь внимание к проблеме, в областном отделении Национального олимпийского комитета провели для юных гимнастов специальный семинар «Олимпик Клаб». Олимпик Клаб, польза, может быть, после того, как они услышат что-то прекрасное о тех гимнастах, о истории гимнастики, великих достижений, я имею в виду, то и надеюсь, что, может, изменят свое мнение, начнут лучше тренироваться, куда-то стремиться. Я спортсмен, мне надо знать, что, как делать, кто занимался и как занимался. Чем это поможет? Быть лучше, развиваться. И твоя мечта какая? К чему ты стремишься? Стать олимпийским чемпионом. Стать олимпийским чемпионом. Дмитрий Богомолов, Константин Нищерет, телеканал «Репортер». В Одессе проходит региональный турнир по боксу среди школьников. На ринге встретились 107 участников из Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Региональный турнир является основным этапом отбора сильнейших боксеров региона для участия в предстоящих чемпионатах Украины. Приехали школьники из Херсона, Херсонской области, Николаевской области и из Одесской области нашей. Мы рады приветствовать их здесь у нас в городе Одессе. Мы, как всегда, гостеприимны. Ребята, которые выиграют на этом турнире, победители попадут уже на всеукраинский турнир по боксу, который будет проходить в Затоке. К нам приехало 107 участников. Как всегда, федерация развивает бокс. Большое хочу спасибо сказать тренерам, которые привезли ребят. И отдельно поблагодарить Сергея Васильевича Кивалова, который поставляет нам всегда свое плечо и помогает развитию бокса Одесской области. А ребятам хочу пожелать побед, легких
и продвигаться по спортивной лестнице. В боях участвуют школьники до 14 лет разных весовых категорий. Уже в первый день тренеры отмечают высокий уровень поединков и значительный профессиональный рост многих спортсменов. Вся Украина у нас разделена на 8 зон. И в каждой зоне проходят вот такие вот региональные чемпионаты Украины. По 2 человека с каждого веса, каждого региона попадают на финал чемпионата Украины, после которого уже попадают на чемпионат Европы. То есть это один из первых этапов отбора к чемпионату Европы. Юные боксеры готовились к турниру заранее, за несколько месяцев. Многие участники пришли в спорт не так давно, но уже показали высокий уровень подготовки. Я занимаюсь боксом 1,5 года. Почему мне именно важен этот турнир? Так как это, так скажем, визитная карточка на чемпионат Украины. То есть люди стремятся к высокому, они идут через эти пути для того, чтобы попасть на Украину, после на мир, поправка, на Европу, на мир и на Олимпийские игры. Я первый раз прошел на регион, обычно на области проигрывал, сейчас прошел. Не хочу упустить свой шанс, но хочу на Украину попасть. Тренировался все-таки каждый день. Хочу выиграть. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь репортером. До скорого.